Девятый час, Ультима 9, Вознесение. Так, мне нужно найти мастерскую этого чувака. Ну, короче, в прошлом часе. Если кто-то что-то забыл, я, честно говоря, сам забыл. Но я помню, что нам надо мастерскую найти чувака. Ихнего местного изобретателя. Вот как ее найти, только непонятно. Там где-то поваленная такая золотая штуковина была рядом с его мастерской. Вот это я помню. Здесь ее нету. Думать, ты здесь помочь. Теперь знать, ты ложный пророк, пришедший уничтожить нас. А Гролем убить? Иди к черту, не буду с ним... Не буду с ними связываться. Уходим. Так, ну где же эта мастерская-то, а? Ума не приложу, где эта мастерская. Так, вот, вот, вот эту желтую штуку я помню, она рядом с его мастерской была. Так, вот эта желтая штука. Мне кажется, вот его мастерская, прямо по курсу, ну-ка. Да, точно, сюда нужно поместить вот этот кристалл. Сейчас тут появится появится куб силы. Куб входа к королеве. Куб входа к королеве. Вот оно что. Забираем его. Теперь нужно найти, куда его присобачить. Вход к королеве. Но это, наверное, где-то на самом верху, как я понимаю. Наша королева, значит, где-то на вершине. Так, да, вот здесь живет королева, здесь, вернее, портал к королеве. Ставим вот на этот пьедестал этот куб входа к королеве и оказываемся у королевы Гаргулий. Нет! Анбал Силфер! Это пришел ложный пророк, чтобы уничтожить все остатки народа Гаргулий. Не убивайте меня. Убить меня значит убить надежду народа Гаргулий. Есть только один путь изменить пророчество. Принести в жертву ложного пророка. Так, она на меня, она в меня швыряет камнями. Мне нужно просто схватить ее яйцо и убежать. Не надо ее убивать. Я нашел яйцо королевы. Только имея с собой живую горгулью, то бишь вот яйцо, для этого сгодится, можно покинуть этот город. Ты уверен, что ты хотел сделать именно это, аватар? Зачем оттягивать неминуемое, аватар? Британия моя. Так, тут зелье маны. И целебное зелье. Так, у нас что, рюкзак полный, что ли? Черт, у нас рюкзак, оказывается, полный. Так, надо раскидать. Раскидать вот это все пока по мешкам, чтобы место не занимало. Так, яйцо яйцо королевы Гаргулий. Это тоже квестовый предмет. Так, у меня где-то был ограненный еще алмаз. Да, вот он, ограненный алмаз. Это для одного из маяков он мне понадобится. Для одного из маяков. Карта логова корсаров. Письмо Кати. Кстати, письмо Кати, это тоже квестовый предмет. Так, а у меня уже... Это квестовый предмет. Слушайте, фонарь мне, в принципе, не нужен. Можно его выбросить. У меня есть магическое освещение. Есть заклинание свет. Но ману очень медленно жрет, так что... Так, это портал. Это портал, который меня выведет из города Гаргулий. Сейчас я еще вот здесь посмотрю, что... Так, какой-то сундук. Ух ты!
270 золота. Свиток «Хрустальный барьер». Это заклинание, то есть его нужно приберечь. Будем его... Кстати, у меня уже есть свиток «Хрустального барьера». Я, честно говоря, даже не знаю, что этот свиток делает. Так, еще зелье. Зелье дыхания под водой. Но оно мне не нужно, в принципе. Оранжевое зелье, восстановление маны, давайте возьмем. Прыгнем в телепорт. Мы оказались в подземелье Хитлот. Через это подземелье только можно выбраться наружу. Кстати, ботинки и левитации мне больше не нужны. Они работают только в городе Гаргулий. Вот. Так что ботинки и левитации, наверное, можно выбросить. Ну ладно, я их пока оставлю у себя. А вдруг они где-то пригодятся? Вдруг мы в город Гаргулий вернемся? Потому что я хрен знает, вернемся, не вернемся. Скорее всего, нет. Так, давайте применим заклинание освещения. Так, подождите, я не понял, что произошло. Почему заклинание освещения не работает? О, видимо, оно в воде, что ли, не работает? Хотя нет, я помню, что в воде оно тоже работает. Так, у нас, видите, есть летающий фонарик, то есть мы теперь в темноте не пропадем. Куда пойдем? Направо, налево? Так, давайте направо. Так, я там что-то вижу. Я там вижу шелк. Ингредиент для закрепления, связывания заклинаний. Паучья нить. Она же паучья нить. А может быть, это разные вещи. Так, нажимаем вот на эту кнопку на стене. И открывается... Ой, на меня напал паук. Сука. Радует, что хоть немножко денег с него можно получить. Еще один паук. Так, давайте лучше луком пользоваться. Чтобы не подпускать их на близкую дистанцию. Стрел у меня полно. 6 монеток. Так, сундук какой-то вижу. Красное зелье, это у нас противоядие. Так, зеленая статуэтка. Я нашел статую-ключ. В этом подземелье нужно собрать 3 или 4 статуэтки и поставить их на соответствующий постамент. И только так можно выбраться из подземелья. То есть без этих статуэток мы отсюда не выберемся. То есть, грубо говоря, нужно разгадать серию загадок в этом подземелье. Так, здесь вот крутим вот за этот вентиль. Где-то здесь должен быть вентиль, вот он. И видите, этот вентиль опускает лифт. Паучков тут. Так, ну паутину можно просто заклинанием огня нести вот так вот. Оп. Можно мечом порубить. Это не проблема. Так, ночная тень. Это ингредиент. Забираем ингредиент ночная тень. Вот черт. Наступил на ловушку и оттуда выскочил паук. Я отравил меня, слегонца. Когда зеленеет в глазах, это значит, я отравлен. Ну, отрава уже прошла. Так, давайте испьем целебное зельице. Так, вот в тот... Так, сейчас тут плавают хищные пираньи, блин, заразы такие. И они сейчас могут меня здорово покусать. Нужно быстрее доплыть вот до туда. Там мы сейчас найдем болотные сапоги. Болотные сапоги позволяют... Вот видите, как я отравляюсь. Потому что я плыву, ну, в отстойных водах. Это канализация.
Вот. Болотные сапоги позволяют не получать отравления, ходя по болотам, по загрязненным всяким местам. Так, давайте. Так, болотные сапожки вот в этом сундуке. Все, отлично. Я в болотных сапогах. Так, теперь нужно выпить противоядие. А то я отравлен. Все. Вон там он напротив еще один сундук. Но там ничего интересного нету. Там. Ну хотя почему нету? А может и есть. Давайте сплаваем, посмотрим, что там. Так, свиток, заклинание свет. Вообще мне не нужное. У меня уже есть такой свиток, и я это заклинание уже знаю. Так, давайте поднимемся вот на этом лифте, посмотрим, что наверху. Так, противоядие очередное. Так, сюда нужно будет поместить желтую статуэтку, но пока у меня ее нету. Нет уже? У меня только зеленая. Или это она? Ну-ка. Нет, это, наверное, не она. Да, это не она. Это желтая. Сюда нужно желтую статуэтку. Так, здесь где-то должен быть рычаг. Ага, дергаем за него. Открылись ворота. Сюда нужно будет вернуться потом со статуэткой. Что такое? Глюк? Глюк словил. Так, быстро, пока пиранья нас не покусала. Плывем на выход. Че, опять пауки появились? Так, вот эти ворота открылись. Они раньше были закрыты. Я не понял. Так, куда пойдем? Ну давайте налево. Давайте налево. Так, что мы тут имеем? А, нужно прыгать вниз. Так, ныряем. Так, вот я забираю красную статуэтку. Я нашел ключ статуи. Так, здесь еще должен быть где-то этот вентиль, если я не ошибаюсь. Так, давайте сейчас подышим воздухом. По-моему, здесь должен быть где-то вентиль. Или я что-то путаю. Ну-ка. Так, вот вентиль. Поднялась вода, и мы, соответственно, можем всплыть. Вылезти из этой бочки, из этой ямы. Так, я добыл красную статуэтку. Отлично. Да, идем дальше. Давайте теперь направо.
Так, кольчужные поножи. Ну-ка. Да, они лучше, чем те, что у нас были до этого. Так, сдвигаются стены. Сдвигаются стены, но мы не погибнем. Как только они сейчас ко мне приблизятся, откроются вот эти ворота. Да, блядь, иди, сука, вперед! Пипец. Почему он не пошел вперед, когда я нажал? Жесть, я сейчас каким-то чудом выжил, что ли? А, я не ту клавишу нажал, прикиньте. Каким-то чудом меня не раздавило сейчас. Это было очень, очень опасно. Так, тут закрыто. Сейчас я секунду осмотрюсь. Так, давайте пойдем на восток. У меня карта перед глазами открыта, потому что тут очень легко заблудиться. Так, эти ворота заперты. На восток мы сейчас не пройдем. Слушайте, я что-то немножко заблудился. Значит, мы вышли вот из этих ворот. Мы вышли вот отсюда. Ага, ну понятно, дорога на север, естественно, заперта. Налево идем. Подождите, налево то... Это на север, вот налево. Я не понимаю, куда идти. На восток заперто. На север заперто. С запада я пришел. На юг, что ли? Значит, на юг. Так, здесь шелк. Так, деньги вывалились после него, нет? Так, здесь у нас что? Еще один вентиль. Так, ну я его не могу покрутить, потому что у меня меч в руках. А убрать меч я сейчас не могу, потому что я в воде нахожусь. Ты ж... Залазь-то наверх. Ты что ж такое? Так, вот меч убираем в ножны. Забираем деньги, которые выпали с паука. Крутим этот вентиль. Угу. Еще одни ворота открылись. Бутылочка с противоядием. Хотя у меня, по-моему, уже слишком много этих противоядий. Мне их уже складывать некуда. У меня уже нет места в инвентаре, по большому счету. Так что, да, противоядие подождет. Так, это мы идем на север. Так, на север дверь закрыта. Значит, идем на восток. А, вот-вот, ворота на восток открылись. Здесь... Нужно сейчас будет прыгнуть по плитам в определенной последовательности. Тут где-то валяется свиток с подсказкой, как это сделать. Вот, где-то тут на земле он валяется. Но поскольку я уже и так знаю, как надо проходить, в какой последовательности прыгать по этим колоннам, я не буду этот свиток искать. Все можно в прохождении в интернете посмотреть. Блин, у меня уже некуда складировать ингредиенты. Шелк, например, некуда. Так, вот пустая фляжка, избавляемся от нее. Так, вот и туда я не допрыгну, интересно. Там я знаю, там можно это. Да, здесь можно... А, блин, здесь ворота закрыты. Там сундук есть с вкусняшками. Вот, по этим колоннам нужно прыгнуть в определенной последовательности. Я, как я уже говорил, там где-то на полу валяется свиток подсказка, но я и так знаю, как прыгать. Причем... Надо ждать. После каждого прыжка нужно ждать, чтобы все колонны убрались и выдвинулись до конца. Иначе не сработает. Вот. Когда колонны все прекратят движение, тогда прыгаем. Так, дальше сюда. Так, теперь сюда.
Вот почему не сработало? Я же правильно прыгнул. Сейчас должна вот здесь вот колонна была выползти. Похоже, я что-то неправильно сделал. Нет, походу надо начинать сначала. Вот что я не сделал неправильно? Я точно по схеме прыгаю. Нет, видимо, надо начинать сначала. Так я... Начинаем сначала. Странно, я все делаю по науке, но почему-то эта колонна не выдвигается, нужная мне. Так, еще раз. Сюда. 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 Вот, вот теперь она выдвинулась. Вот эта колонна выдвинулась. Сейчас вот сюда. Вот, блядь, вот сейчас вот должна вот по диагонали была колонна выдвинуться, но она не выдвинулась. Ну почему вот? Почему? Что я неправильно делаю? Я не понимаю. Вон, видите, зеленый пьедестал, куда надо будет поставить зеленую статуэтку. Так, вот сейчас вот выдвинулась та колонна по диагонали. Все, сейчас получилось. Я не понял, почему как-то, ну, не сразу так у меня получилось. Хрен знает. Но в интернете есть инструкция, как прыгать. Это не проблема. Так, вот, ставим сюда на пьедестал зеленую статуэтку. А, вот же она. В воду бы ее не уронить еще. Блять! А, ну слава богу, она не в воду упала. А вот теперь, кажется, в воду. Слушайте, давайте сохранимся от греха подальше. Потом опять прыгать по этим колоннам у меня никакого желания нету. О, все, поставил статуэтку. Отлично. И открылись очередные ворота. Знает какие-то, я уже в этих воротах запутался. Так, крутим вот этот вентиль. Он открывает вот эти ворота. Еще какие-то ворота открывает. Мне облегчает прохождение тот факт, что передо мной открыта схема этого подземелья. Вот я ее открыл. На соседнем компьютере. Спасибо добрым людям, кто гайды составляет. Ой. Так, тут закрыто. Вот эти ворота же... Нет, подождите, ворота все равно закрыты, зараза. Я не могу туда попасть почему-то. Хотя я вроде и вентиль покрутил, и статую поставил. Ладно, хрен с ним. Так, тут мы сделали, что должны были. Так, тут на юге у нас что? Тут на юге я вентиль крутил. Тут правильно все. Идем, значит, дальше на запад. Это вот зловещая стена, которая меня чуть было не раздавила, да? Вот где-то тут должен быть свиток. Он такой труднозаметный. Вот, вот, вот этот свиток, видите? С подсказкой, как прыгать.
Хотя, честно говоря, я вот смотрю на эту подсказку, и я все равно не понимаю, как прыгать. Что ты, тут еще вторая крыса, что ли? Нет, лук однозначно рулит. Давайте лучше луком вооружимся. Так, сюда нужно будет поставить на этот пьедестал красную статуэтку. Кстати, красная статуэтка же есть у меня. Почему музыка страшно играет? Красная статуэтка у меня есть. Давайте выпьем противоядие, раз меня крысы траванули. Так, красная статуэтка. Вот она. Ставим ее на пьедестал. И открывают сейчас очередные ворота. Так. Идем на север, да? Так, идем на север. Так, и снова какой-то перекресток. Так, если тут у нас перекресток, то пойдем налево. Так, тут пентаграмма, где можно привязать заклинание. Ну, мне доступно заклинание первого круга, а те заклинания, что у меня есть, у меня есть хрустальный барьер и огненный шар. Это заклинания более высокоуровневые. Да. Так что мне нет смысла туда идти. Так, а это что за комната? Так, это подставка для зеленой статуэтки. Зеленая статуэтка у меня вроде бы была. Или нет? Хрена с два, нет у меня зеленой статуэтки. Какое наслаждение, твоя кровь на моих руках. И спасибо тебе за голову, которую ты мне подарил. Приспешник хранителя. Но мы его зарежем без проблем. Обычный посох, ни о чемный, никчемный. Так, сейчас предстоит довольно опасное ныряние, потому что тут вот это болото, оно кишит пираньями. В воде нужно находиться как можно меньше времени. Вот, видите, меня цапнуло только что пиранья. Так, придется испить целебного зелья. О, одна из колонн, видите, вторая колонна злодейская. Ее надо сейчас будет оплыть, но правда пираньи будут кусать сто пудов. Ее сейчас нужно оплыть, и там есть с задней стороны отверстие, вплыв в которое мы найдем амулет. Амулет милосердия или что-то в этом роде. Так, тут надо подныривать. Так, вот поднырнул. Включил вид от первого лица. Вот он, вот он. Мы внутри колонны. Символ скромности. Я нашел символ скромности, отлично. Так, давайте его уберем сразу в мешок для квестовых предметов. Крюк Шеферда. Крюк Шеферда — это оружие. Так, посох Гаргульи, крюк Шеферда — это одно и то же. В принципе, у них посох крюк Шеферда, посох Гаргульи, у них одинаковые характеристики. Давайте крюк Шеферда я выброшу.
черт, игра вылетела. Вылетела, пришлось переиграть. Продолжаем. Так, я забрал этот там амулет какой-то. Господи, какая злая рыба. Как она страшно выглядит. Ну как можно быть такой злобанной, а? Блять, она кусается. Блин, здоровье стремительно уходит. Срочно пьем таблетку. Выпил лекарство. Очень больно и кусается. Побезопаснее. Так, придется... Нет, пока я сэкономлю, пока не буду. Больше пить зелье. Стой, флакон выбрасываем. Так, у меня есть еще лечебные зелья? Вот в чем вопрос. Пипец, у меня ни одного лечебного... А, вот одно лечебное зелье. У меня всего осталось два лечебных зелья, ребят. Но это вообще ни о чем, скажу я вам. Так, давайте в ячейку быстрого доступа добавим, наверное, заклинание бросок камня. А может быть, не будем добавлять? Да нет, не будем добавлять. Кстати, заклинание воспламенения, оно тоже мне нахрен не нужно. Не сдалось. Так, оставим только освещение. Вот. Ну и, в принципе, все. Погнали. Смотри-ка. Блин, опять она меня цапнула прямо в задницу. А может быть и не цапнула. Мне кажется, я успел ускакать. Так, собственно, мы для чего сюда пришли? Мы пришли вот за этим вот символом скромности. Он у нас есть. Куда дальше? Дальше нам сейчас нужно двигать на восток. За следующей статуей. Так, там крысы бегают, я смотрю. Ты, сука, покусала меня крыса, отняла здоровье драгоценное мое. Так, что нужно в этой комнате? Ух ты, смотрите, крыса натаскала в свое гнездо золотишко. Так, крутим вот этот вот вентиль. Вентиль крутим. И что? Что дальше? Так, опустошилась, видите, вода. И там он проход открылся, обратите внимание. Слушайте, здесь где-то... Во-во, статуя. Берем статую. Я нашел ключ статуи. Так, статуя какого цвета? Желтого. Все, я нашел статую желтого цвета. Сейчас нужно возвращаться в комнату с лифтом. Помните, там был пьедестал желтый? Нам туда. Это практически в другой конец подземелья. Нам бежать придется. Ну тут, в принципе, только на юг. Золотишко с ранее убитых крыс. Потому что когда убиваешь животное, золото, как правило, оказывается под его тушкой. Его не так-то просто найти. Поэтому проще просто уйти по своим делам, а потом на обратном пути уже собрать добычу. Так, в комнату с лифтом нам надо. Так, подождите, это я вообще в самое начало пришел. Комната с лифтом. Комната с лифтом. Это вот сюда. А, подождите, этот лифт надо еще вызвать с помощью вентиля. Лифт-то наверху находится, он опять поднялся.
Так, вот этот вентиль нужно опять скрутануть, чтобы пустить лифт. Так, на запад, на запад. Так, опять заплыв среди пираний. Но тут их немного, всего две штуки. Так, ставим на этот пьедестал желтую статую. И сейчас откроются последние ворота, которые нам преграждают путь к выходу из этого подземелья. Единственное, я бы хотел вернуться в одну из комнатенок. Помните, где ворота преграждали путь к решетке? Мне кажется, теперь они должны быть открыты. Сейчас я вернусь, все-таки там сундук. У меня довольно много свободного места в инвентаре. И у меня не хватает, у меня всего 2 целебных зелья, что меня совсем не может радовать. Так, я немножко забыл. Так, назад, на восток надо, на восток. Блин, ворота закрыты, блин. А как их открыть-то, вот эти ворота, я не понимаю. Почему они закрыты? Я вроде все вентили крутил. Зато пауки там ползают. Ладно, хрен с этими воротами. Так, тут тоже закрыто. Так, сейчас нам надо вот сюда. Блин, что-то я как-то запутался, честно говоря. Так, здесь где-то надо крутануть вентиль, да? Вот этот вентиль крутануть, что ли? Так, давайте сохранимся от греха подальше. Так, вода уходит. И вон там, видите, открылся проход. Давайте дуем быстро к проходу, пока снова не затопило. О, я вижу противоядие. Нет, нахрен мне противоядие не надо, у меня их и так полно. Так. Я прошел через этот тоннель. Секундочку. Сейчас я пытаюсь сориентироваться. Если я пойду на юг. О, сундук какой-то. Так, что в сундуке? Синяя статуэтка, да? Синяя статуэтка. Противоядие.
Лечебное зелье. Отлично. Вот лечебному зелью я рад. Так, ну давайте противоядие возьмем уж, ладно. У меня сейчас в инвентаре вроде место освободилось. Так, обчистил сундук. Все, здесь больше нечего делать. Идем к выходу. О! А, нет, я думал, это шелк. Нет, это не шелк. Блин, здесь закрыто, ребят. Мне синюю статуэтку куда-то надо воткнуть. А вот куда, я не помню. Что, мне прохождение читать, что ли? Я думал, я все сделал. Я что-то забыл. Так, секунду, я сейчас погляну в прохождение, потому что я что-то забыл сделать. Мне нужно найти применение синей статуэтки. К северу от этой комнаты вы увидите проход, заполнен стучевой. Вы должны избегать. Сейчас, секундочку. Где-то тут у меня должно быть написано. Блять, я не пойму, а куда присобачить эту синюю статуэтку? Ворота-то закрыты. Так. Слушайте, ну мне надо читать прохождение, потому что я реально не понимаю, что я не сделал. Так, синий пьедестал мне нужен. Синий пьедестал и ловушка с волос... А, все, я понял. Я понял, куда надо идти, чтобы это... Где синий пьедестал находится? Да, я понял. Синий пьедестал. Давайте сохранимся. Тут сейчас придется заплыв через зловонные нечистоты делать. Не дай бог захлебнусь. Хотя нет, в принципе, тут дышать можно. Блин, тут пираньи. А, это крыса. Крыса, ты меня пустишь наверх, нет? Так, значит, я проплыл через этот тоннель на запад. И сейчас, собственно, на юг и снова на запад, да? Вроде так. Блин, я не могу сориентироваться, хоть ты тресни. Мне надо на запад. Сюда, что ли? Нет, не сюда. Так, вот сюда. Вот синий пьедестал. Хотя он больше на зеленый похож. Такой цвет непонятный, синий, средний между синим и зеленым. Помните, раньше были мотоциклы Иш Юпитер 4 с колясками? Вот у них тоже был цвет непонятный, то ли синий, то ли зеленый. Вот такая же тема и здесь. Ставим туда статуэтку. Ну, судя по всему, это синий все-таки. Поставить статуэтку нетривиально.
Нетривиальная задача. Все, поставил статуэтку. Вот теперь точно открылись последние ворота. Так, и мы можем идти на выход. Блять, эти ворота опять закрыты. Вы что, издеваетесь? Я не понимаю, как отсюда выйти? Почему ворота закрыты? Я не понимаю, что я не так сделал. Почему ворота закрыты? Вот мне туда надо, на выход. Я точно это знаю. Трындец. Я не врубаюсь вообще. Че, опять смотреть прохождение тогда? Слушайте, я что-то забыл. Что-то я забыл сделать. Слушайте, я где-то красную статую не нашел. Вот что. Мне нужно красную статую поставить на пьедестал. Красная статуя. Угу. Я понял, где находится. Слушайте, ну я же красную статую находил и ставил. Разве нет? А, я ее нашел, но я ее не поставил на пьедестал, по-моему. Да, все, я понял. Я нашел красную статую, я ее на пьедестал не поставил. Так, где у нас этот красный пьедестал? Я сейчас посмотрю. Красный пьедестал. Секундочку. Так, где-то красный пьедестал должен быть. Я сейчас смотрю на карте, я пытаюсь найти, где этот красный пьедестал, чтобы не плутать полчаса. Красная статуя. Слушайте, где-то должен быть красный пьедестал. Ну вот где вот он? Я ведь ее где-то видел, но просто подземелье большое, я сейчас запарюсь его вслепую искать. Так, северный путь от перекрестка 18 приведет вас в комнату с красным пьедесталом на 14 центре. Так, красный пьедестал на 14, ну-ка, 14.
Ага, ну я понял, где красный пьедестал. Я понял, где красный пьедестал. Теперь осталось понять, где я сейчас нахожусь. Так, здесь сейчас мы ныряем опять в эти воды. Все, я понял, где красный пьедестал. Сейчас мы ставим красную статую и... Все. Че, опять крысы, что ли? Что ж так будешь делать? Респится, зараза, как... Так, ну вот я сейчас иду правильно. Красный пьедестал. Так, здесь на юг. Вот он, гребаный красный пьедестал. Черт бы его подрал. Ставим сюда красную статую. На него. Угу. Все, это последние ворота, которые отгораживали нас от спасительной, от спасительного выхода. Так, вот эти ворота открытые. Ну и, собственно, все. Сейчас можно выходить будет. Тут до выхода осталось всего ничего. На самом деле мы обследовали только половину подземелья. Я вам могу сразу сказать, что это только половина от подземелья. Вот. В интернете вы можете найти карту этого подземелья с полным прохождением всего подземелья. Но смысла в этом особого практически нет, потому что ничего там, кроме небольшого количества денег, вы не найдете. Ни ценных артефактов, ничего. Поэтому я не буду этим заниматься. Кстати, здесь стены, видите, полупрозрачные. Я этим заниматься не буду. Так, мне здесь нужно сейчас найти будет ключ от сундука. Так, оранжевое зелье, целебное зелье. Красная статуя, она мне нахрен не нужна, я не собираюсь. Красная статуя нужна для дальнейшего прохождения подземелья, если вы хотите его исследовать весь. Я не хочу, сразу скажу. Потому что, повторюсь, награды никакой за это не будет. Тут головоломки будут такие серьезные. Но при этом награды нету. Так, вот забираем вот этот ключ, золотой ключ. Он открывает вон тот сундук. Идем к сундуку. А в сундуке, я так понимаю, собственно, выход с подземелья. Не, подождите. Это не тот сундук. Так, это не тот сундук. А, я понял, где тот сундук. Это надо на восток сейчас идти. Стены прозрачные, блин. Как так? Не понимаю. А еще я не понимаю, как отсюда выбраться. Это на запад. А, ну мне на запад и надо. Давайте на запад. Так. Здесь на север. Ага, все. Вот этот сундук, который открывается с помощью золотого ключа. Открываем. В нем находится, видите, шкив какой-то.
Так, дергаем вот за этот рычаг. Идем в этот открывшийся проход. Вот все, прыгаем в этот телепорт, и мы окажемся на свободе. Я не знаю, для чего нужен вот этот вот вентиль. Еще раз повторюсь, мы обследовали только половину подземелья. Тут еще можно гулять и гулять. Но там ничего не будет, там награды нет за это, нет смысла. Ни оружия толкового, ни брони, ничего. Просто некоторое количество денег соберете и все. Так, прыгаем. Прыгаем в этот люк. Вид от первого лица включаем, чтобы удобнее плавать. Погнали. Так, вот выход. Фух, свежий воздух. Наконец-то я выбрался с этого чертового подземелья. Мы, кстати, как раз возле часовни находимся. Сейчас будем ритуал произносить. Ложим. Давайте сохранимся, потому что я давно не сохранялся, кстати. Игра-то вылетает, ведь то и дело. Так, ложим сюда. Значит, ложим сюда символ скромности. На разрушенный пьедестал. И ложим туда КРК честности. Крюк честности. Крюк честности. Блин, не так-то просто положить на самом деле. Крюк честности. Есть! Сундук, ой, уберите мешок от меня. Мешок не отключается. Скажи мантру скромности. Мантра скромности лум. Лум. Ты сказал не то слово. Приходи, очисти свое сердце от гордости и попробуй еще. Вы что, серьезно? Как это не то слово? Лум. Может быть, я большими буквами, потому что писал? Ну-ка, еще раз. Ну-ка. Или маленькими, наоборот. Лум. А, все, надо было большими писать, а я маленькими писал. Аватар, ты улучшил свои показатели. В какой характеристике будет происходить прирост? Ловкость. Ты приобрел ловкость. Теперь есть... Так, забираем с пьедестала руну скромности и забираем крюк честности. Я, кстати, я вообще не знаю, они пригодятся нам в будущем-то или нужно их вообще забирать? Ну, наверное, нужно. Так, ну чё? Собственно, все. Я восстановил часовню, скромности. Теперь мне нужно возвращаться, в этот, на остров пиратов, сдавать квест ихнему начальнику. Возвращаться нужно, естественно, через, этот тоннель, через который мы пришли. Блин, а я правильно иду вообще? Ну, видимо, правильно, только тут придется плыть, походу.
Поспать бы где-нибудь. Пропустить темное время суток. Так, вот тоннель. Секретный тоннель, который ведет к острову пиратов. Че, пиво кончилось, что ли? Кончилось, зараза. Кололи меня шипы немножко. Не буду отвлекаться на драки с монстрами. Этот сундук так и не открывается. Непонятно, как его открыть. Непонятно. Фух, ну наконец-то я выбрался, блин, с этого проклятого подземелья, с этого богом забытого острова, в цивилизацию. Остров пиратов для меня это реально прям уже как цивилизация считается. Так, ну в маяке нельзя поспать, там нет кровати. Мне бы, конечно, дня дождаться. Вон уже люди ходят, видите? Все-таки добрался я до цивилизации, слава богу. Небольшой заплыв. Идем сдавать квест, грубо говоря, главарю всего этого острова. Как его там зовут? Сайм... Не помню, как его зовут. Кстати, у меня есть... Так, мне удалось очистить часовню скромности. Какая жалость, что горгулий нет здесь, и они не могут этого увидеть. Люди. Полагаю, если вы... Штука, которая делает вас богатым, здоровым, умным, привлекательным, она заменяет друзей и приключения, дает... Ну, это все тот же самый торгаш. Хрен с ним. Так, куда идти-то? Мне надо на юго-запад. Это я не туда пошел. Еще раз спасибо за то, что спасли меня. Вот эту рабыню можно освободить. Вот, но я хочу... Можно освободить, просто заплатив 2000, но у меня нет такой суммы, у меня 1700. Вот, можно убить вот эту бабу. Вот, но после этого ко мне... Если я убью ее, то ко мне все пираты будут плохо относиться. То есть нельзя будет пользоваться их магазином и так далее. А есть третий вариант, это... Передать письмо матери вот этой вот несчастной девушки. Этому главарю, я забыл, как его зовут. Вот, что я сейчас и попробую сделать. И тогда ее освободим. Так, я думаю, вот, в доме картографа по-любому есть кровать. Надо поспать, дождаться рассвета.
Да, сейчас день, но, блин, пасмурно, зараза. Так, нам вот туда. Табличка. Кабак, морской волк, дом радостей Джейд, дом Самайна. Как вам понравится порка? Испортите этот паром, и мы снимем с вас шкуру. По приказу Самайна. Самайн зовут местного, так сказать, мэра. Главаря пиратов. Паром настоятельно не рекомендуется портить, как вы можете прочитать из этой таблички. Блин, даже не веришь, что такая графика в 99-м году была. Вы вспомните, во что мы играли в 99-м году. В 99-м году мы играли в Денди, в лучшем случае в Сегу. PlayStation ни у кого не было. Практически. Графика просто поражает воображение. Я рад, что об этих чертовых колоннах позаботились. Теперь опять можно плавать, не беспокоясь, что судно собьется с курса и попадет черти куда. Да, рука у аватара тяжелая. Ну, раз плавание снова стало безопасным, почему бы тебе не поднять задницу со скамьи и не вернуть ее в море? Скоро, Энисса, скоро. Я собираюсь вернуться в море. Привет, аватар. Мы тут говорили о тебе. Ты классно разобрался с этими колоннами. Чем я могу тебе помочь? Я думаю, мне не помешает выпить. Ладно, чего прикажешь? Грог, мед или что-нибудь особенное? Дай мне это особенное. А, это змеиный яд. Да, мне не нужен, в принципе. Не, я выпью стаканчик или два. Ладно, что тебе? Давайте кружку Эли. Кружку Эли пригубим. Все-таки дело хорошее сделали. Что-нибудь еще? Что ты можешь рассказать мне про водовороты? Так, ну это я уже с ней все разговаривал, ничего нового она мне тут не скажет. Так, давайте пригубим. Пригубим. Пригубим кружечку Эля. Чуток даже здоровья я поправил. Так, и идем к Самайну. Главе этого острова. Так, ждем, пока придет лифт. Какой прекрасный вид. Еще бы погода бы хорошая была. Так, вот дом Самайна. Сейчас будем сдавать квест, но продолжим уже в следующем части. Всем спасибо, всем пока.